Это Мила Рубинчик, жена Зеленского. Михаила Зеленского, российского телеведущего, который скоропостижно, ему и 50 не было, скончался на Карибах в январе этого года. Что-то там связано, по-моему, было с прививками, но песня совсем не о том. Вот это видео публикуют в телеграм-каналах и осуждают Милу за то, что, в общем-то, мужиных сапог не износила, как за гробом шла, что она удалила из соцсети все совместные фотки и сейчас регистрируется на всех сайтах для знакомств. Вот я очень далек от осуждения такого рода, потому что, во-первых, мы не знаем всех обстоятельств их семейной жизни, вообще какой там был у них расклад. Во-вторых, вообще жизнь продолжается. Девушка молодая, не знаю, почему она там должна... При всем моем сочувствии, конечно, к молодому и очень талантливому коллеге, я не знаю, мне кажется, что вот когда зрители, читатели, фанаты, поклонники вторгаются вот в эту сферу и осуждают того, кто там недостаточно горюет, там, вот, там у Тодоровского от тяжелой болезни очень скончалась жена Брик, и он там какие-то опубликовал фотографии, тоже самые разные какие-то комментарии по этому поводу. Да вы чего? Вы же не знаете вообще ничего про этих людей. Вы не знаете, как у них все складывалось, кто кого и за что любил или ненавидел. Давайте как-то вот заниматься. Все-таки сейчас фактически война идет, не только информационная. Вот здесь вот это все очень важно, потому что не будет никаких свадеб, разводов и романов, если у нас начнут грибы расти по всей планете. Я про ядерные грибы. Давайте как-то вот этим заниматься и вот эту энергию пересудов сублимировать в этом направлении, окей?